В минувшие выходные бассейн с Дюшор номер 2 принимал первенство отделения плавания, и ребята 2010, 2011, 2012, 2013 годов рождения Малужа состязались на водных дорожках, демонстрируя свое какое-никакое, а мастерство. Сегодня проходило открытое первенство с Дюшор номер 2 по плаванию. Самая младшая возрастная категория 2014-2015 год плыли дистанцию 25 метров на спине. Постарше дети плыли уже дистанцию 50 метров на спине. Средняя возрастная категория 100 комплекс плыла. И самые старшие наши дети нашей спортивной школы плыли дистанцию 200 метров комплексное плавание. Приятно, что на эти соревнования приходят болельщики, которые были свидетелями еще и отбора на престижный турнир «Веселый дельфин». Он состоится во второй половине апреля, и там мы увидим, по всей вероятности, нашу следующую юную, очень талантливую собеседницу. Мне нравится заниматься плаванием. Я занимаюсь уже 4 года, и сегодня я поплыву 100 метров комплекс. Я занимаюсь у Владимира Васильевича Кроха. Я хочу достигнуть высшего уровня и стать более здоровой, вести здоровый образ жизни. Комплексный стиль – самый энергоемкий в плавании. И дистанция в 100 метров предполагает 4 мини-заплыва длиной в 25 метров всеми олимпийскими дисциплинами. Плавание мне до сих пор нравится и будет нравиться. А плыл я 100 метров в комплекс. Это 25 спина, кроль, брас и дельфин. А сегодня довольно как плыл, но хотелось бы лучше. Пусть это первенство родной спортивной школы, но это же соревнование. И понятно то волнение, какое охватывало ребят перед стартом. Ну, сегодня плыву 100 метров в комплексе. Немного взволнован. У меня есть спортивная мечта получить КМС. Хотя бы один. Глава семейства Станкевич Сергей Николаевич тоже отличный пловец. Участник и победитель всевозможных соревнований. Не случайно его дети занимаются этим прекрасным видом спорта – плаванием. Ну, это, безусловно, хорошо. Детям дополнительный соревновательный момент. Тем более, что, насколько говорит тренер, в конце марта у младшего будет какой-то выезд на область, а где-то в середине апреля у дочки областные соревнования в Гомеле. Это, безусловно, хорошо. Допустим, очень рад, что дочь столько лет уже занимается плаванием. Это, конечно, дополнительно это дает ей дисциплину, плюс у нее нет свободного времени заниматься всякой ерундой, как некоторые. Вот. И потрясающая организованность добавляет ей возможности планировать свое время и свои увлечения. У сына Дениса тоже, он занимается только 4 года, получается, полноценно. Это тоже ему помогает организовываться, быть более организованным и меньше думать о всякой ерунде. По итогам первенства тренеры отметили Артема Савейко, Владислава Баранова, Паулину Лузан, Александру Махову, Богдана Одинца, Арину Богдановича, Варвару Масейко. Также следует сказать самые добрые слова по итогам тура детской лиги в Минске в адрес того же Артема Савейко, Платона Антоненко, Даниила Пруса, которые под руководством Лилии Ивановны Сайдакарь продемонстрировали высокие результаты. И уже 25 марта первенство Речицы, комплекс «Спринг», где пловцы с Дюшор номер 2 Мозырского района тоже покажут хорошие результаты. В этом можно не сомневаться.